45 велокраж зарегистрировано в Петропавловске с начала сезона. Сотрудниками второго отдела полиции задержан подозреваемый в очередной краже велосипеда. Байк похищен из подъезда дома, его оставили без присмотра и не закрепили. Подробности далее. На днях во второй отдел полиции Петропавловска поступило заявление, что из подъезда одной из пятиэтажек по улице Интернациональная похищен велосипед марки «Хаммер» черно-зеленого цвета. Потерпевший обнаружил кражу около 8 часов вечера и сразу обратился в полицию. В районе преступления полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате подозреваемый установлен и задержан. Увидел открытый этот подъезд, и там эти были велики. Я зашел, взял, ну, вон тот был не зацепленный, ну, свободно он был. Я сел и уехал. Задержанным оказался 26-летний житель рабочего поселка. Он пояснил, что в нетрезвом состоянии возвращался домой через центр города. Заметил открытый подъезд, в котором стоял непристегнутый на трос велосипед. Мужчина похитил байк и уехал на нем кататься. На ночь оставил горник у себя дома, а на следующий день его задержала полиция. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изобличенный задержан 26-летний горожанин города Петропавловска. В настоящее время данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований второго отдела полиции Управления полиции города Петропавловска по статье 188 части 1, то есть кража. Похищенный велосипед возвращен владельцу. Полицейские призывают всех любителей двухколесного транспорта не оставлять байки без присмотра у магазинов, во дворах и в подъездах. Важно использовать качественные противоугонные приспособления, желательно в зоне обзор камер видеонаблюдения, знать марку и серийный номер своего велосипеда. В случае кражи немедленно обращаться в полицию. С начала года в городе Петропавловск задержано 45 краж велосипедов, из них половина раскрыта. Айман Кузимбаева при содействии пресс-службы Департамента полиции.